свою очередь, у России вице-генерального директора Корнеев является способ договора за случай, обязался предусмотренным договором срок 4 квартала 2004 года своими силами и привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом согласно проектно-сметной документации «Литер-8». Ставим строительство объектов третьей очереди проекта застройка западной промышленной зоны города Благовещенска, Москва, западный промышленный район города Благовещенска. После получить разрешение на ввод и эксплуатацию данного дома передать собственность данным участникам долевого строительства соответствующей проектной документации соответствующие квартиры. Далее Корнеев является генеральным директором ООО «Россия», располагая денежными средствами, привлеченными от граждан юридическими лицами по различным правовым гражданско-правовым договорам для участия в долевом строительстве в период с 1 марта 2007 года по 31 декабря 2009 года от имени ООО «Россия» осуществил строительство жилого дома, создавая строительство объектов в третьей очереди проекта застройка западно-промышленной зоны.